Масштабную работу по исследованию захоронений гуннов начали в Актюбинской области. Экспедиция, в составе которой работники областного краеведческого музея и научные сотрудники Института археологии, будет работать в Кубдинском, Уилском, Айтекибийском и Темирском районах. Именно там сконцентрировано большинство погребальных памятников гунно-сарматской эпохи. Все они датируются 2 и 4 веками нашей эры. Первые исследования начаты на могильнике Дербисале-2 в Кобде. Этот памятник – один из крупных некрополей на реке Кыйыл. Он состоит примерно из 40 сооружений, представляющих собой курганы и святилища. Наша основная цель – проследить статус погребенных, проследить, какие объекты, то есть какие объекты занимают на территории памятника вот места. Например, есть святилища, есть курганы, есть канделевидные сооружения, ну и многие такие сооружения. То есть исследуя эти сооружения, выявляя под ними погребенных, мы как бы хотим понять, какой статус они имели среди кочевников того времени, то есть 2-4 века нашей эры. По завершению экспедиции ученые проведут антропологический анализ останков и предметов материальной культуры. Опираясь на эти данные, исследователи смогут воссоздать быт и погребальную культуру древних кочевников. Стоит отметить, что масштабное изучение началось в 2018 году. За это время в Актюбинской области удалось обнаружить около 200 древних захоронений гунно-сарматской эпохи.